Доброе утро! Кришна, это же... Криша уже оделся. Сейчас поедет с папой, поможет папе, да? Деньги. Сейчас быстренько делаем чай, кофе. Антон Сергеевич завтракает, да? Ты проголодался? 4 яйца себе аж принес. Ты все съешь, Антош? 4 яйца съешь? Скажи мне, ты почему ушел? Ну а куда ты пошел? Куда ты ходил, а? Пошли! Куда ты ходил, расскажи. Ну и что, и куда ты пошел? Ну и как ты, дошел до дедушки? Взял и ушел. Еще и в шлепках пошел. Это что такое? Может, сапожки надо обуть? Да. Пошли. А как ты сам пошел? Ты что, знаешь дорогу, что ли? Нет. А кто тебя привел? Мама. Что он тебе сказал? Покидали. А ты зачем пошел? А я же тебя искала, кричала тебе, а ты где был? Ужас, Афонь, я так перепугалась. Так больше не уходи без меня, понятно? Мама, тут дедушка. Я знаю, что ты хочешь до дедушки. Ну, как мне дедушки? Сейчас мы пока не можем поехать до дедушки, потому что у нас тетя Аня в гостях. Как мы уедем, а тетя Аня что будет делать? Как-то кушать нам готовить. Кушать нам готовить? Мне кажется, это плохая идея. Тетя Аня поедет домой, мы потом поедем до дедушки, хорошо? Ну что, рассказываю, что Афанасий, в общем-то, вышел сам на улицу. Ну как сам? Он сказал, что я пойду на улицу, я пока взяла белье, чтобы выйти тоже с ним вместе развесить. Выхожу, его нет. Нигде нет, начала кричать, и с соседней улицы мужичок его ведет. Он, в общем-то, пошел по моим стопам. Меня, конечно, перетряхло так, что вообще... Афоня пошел по моим стопам. Я помню, что я точно так же с хутора убегала от бабушки с дедушкой домой. Вот, и Афоня пошел до дедушки. Говорит, я до дедушки ходил. Хотел пойти. Еще и в шлепках, короче, ноги мокрые. Сейчас его загнала в комнату. Буду ругать. Я уже обед приготовила. Это у нас рисовый суп. Должен быть вкусный. На утином бульоне на втором. Вот такая вот малюсенькая уточка варилась, и я один бульон слила, а она от втором варила. Сейчас буду делать сырники, если какие-то творожные оладики, в общем, с какой-то интересной мукой. Тут всякой разной в метро вчера накупила, рисовую, что такое, овсяную и кукурузную. Так что теперь сейчас какой-нибудь из них буду готовить... Вот такие вот творожные, ппшные почти сырники. Здесь у меня 2 яйца. Сейчас немного сахара добавлю, ванильный сахар. Вот, еще какой-нибудь муки. И хочу все это запечь в духовке. Еще я буду сюда добавлять изюм. Вот запарила его кипятком. И пару ложек сметаны. Здесь уже сахар, яйцо, ванильный сахар. Еще будет изюм. И, наверное... На рисовой муке буду делать. А корона, мама. Да, решили в духовке запекать. Нет, ты по много не ложи, Антош, чтобы на все нам хватило. А программе. Мама, так будет. Мама, так. Мама. Ну давай дальше, сынок. Угу. Ну и как, вкусные? Давай я сюда помню. Вкусные, да? Мама, пока тут съешь, я уже все заполнила. Нет, еще не все. Нет, это сильно мало. Хорошо. Вот еще фунт.
Фаня, ты ищу. Фаня, ты иди. А, мама, Али. А вон она мне. Помочь тебе надо? Да. Ты маленькой ложечкой держи формочку. А? Давай, я тебе помогу. Подожди, ложку убирай. То оно тут все переворачивается у нас, да? Там соливка. Все. Все, Фаня. Мам, даже еще и осталось. Ну, надо просто где мало еще чуть-чуть положить. Давай я. Могу. Еще и... Так, все готово. 25 минут в духовке. Хотела Кирюшу не взять. Так, я еду с магазина. Дети дома с тетей Аней. И тут барашки на поле пасутся. Смотрите, какие здоровские. Прям семья там, даже маленький. Но тучи все равно ходят, несмотря на то, что сегодня это солнышко, но оно так периодически заходит и становится пасмурно. Тут, давай на улицу. Кого? Кого? Сегодня день стрессов, реально, я... Сейчас мы провели куму нашу с Кирюхой. Они вот у нас были до скольки времени. Да, Фоня, иди сюда. И вышла я на улицу. Ну, в общем, дети сначала вышли на улицу, я их одела. А я потом Аня одевала Кирюху, я его ждала, пока он оденется, взять его. И что случилось, Афоня? Потом на макарке летели. Угу. А зачем вы так сделали? Тогда идите, раздевайтесь и ложитесь, лежите на своих кроватях, понятно? Я знаю, что вы больше так не будете, конечно. Но пока вы наказаны, идем в свои комнаты, хорошо? Мама, ты будешь нас бить? Нет, конечно, а что я вас буду бить? Просто в следующий раз нельзя брать краску, понятно? Салфеткой мы краску не сможем вытереть. Так это себя вести. Ты видишь, как ты стенку там изрисовал? Это только тон. Да, а ты тогда что делал? Я то делала, покакал. Да? Да. Это только тон. Там папа, там комната. Ясно. Так, иди, пожалуйста, тоже в свою комнату. Ты слышишь меня? Угу. Все. Давайте, сидим, ждем папу. Папе будете рассказывать. У нас уже 7 часов, дети заснули, ну, уже давненько они заснули, поэтому уже должны просыпаться. Я буду сейчас ужинать, жду уже Сержуню с Гришкой. Они поехали работать, и Гришка тоже приучается к работе. Ужин, каша пшеничная, утка в духовке. У нас одни утки, просто было в морозилке, в одном пакете две такие маленькие склеенные уточки. Вот с одной суп, другая сегодня запеченная и салатик. Уже весенний, с зеленым луком, помидорами и огурцами. Подсолнечное масло. Какой там запахом. Что это такое? Тортики. Откуда они взялись? Ну, мама меня пила, она мне отдали эти тортики. Шортики? Мне были, но мама не... Самое интересное, что ее же арестовали потом. Все, наконец-то мы ложимся спать. В общем-то, хорошо, что папа завтра дома. Надеюсь, что все будет намного спокойнее и без таких последствий моральных для меня. Я тут до сих пор разбираю чемодан. Ну как там вещи заканчиваются, Афань? Почти нет. Почти нет? Почти да.